Всем привет, с вами канал Лиза Ксения The Same. Сегодня мы решили заснять влог о том, как мы идем, я не выговариваю, за констоварами. Вот, и потом, конечно же, будут видео о том, как мы вам их показываем. Да. Погнали. Мы хотели бы рассказать вам систему того, в какой магазин именно мы идем. Ну, это тоже, наверное, не магазин. Это склад, как бы, товаров и... в том же месте, где мы и в том году покупали констовары, вот Аня. Я там уже года 4 покупаю констовары. Вот. И когда Ксюша, мы стали лучшим другом, то я рассказала, и мы теперь вместе ходим каждый год. Там, давай расскажем про три пункта, да? И потом их будем вставлять, потому что в самих констоварах будет не очень удобно рассказывать. Да, мы сейчас не знаем, как там будет людей, но, возможно, в третьем пункте всегда, вот особенно под конец уже августа, большие очереди. Мы надеемся, что сейчас только начало августа, и нам повезет. И в основном во втором пункте, когда вбивать там кассы большие к вбильщикам, вот этим печатальщикам. Ну, которые платят. Да. Если что, эти констовары находятся на улице Красной, 133, около Захаровского рынка. Да, ну, рядышком. Смотрите, первый пункт называется «Выбираем». Ну, мы как бы там ходим, записываем номера товаров. То есть мы находимся в таком помещении, да, и три пункта. Первое, это что? Мы заходим, берем папку и ручку, и листочек. Ну, папка — это просто держатель, как бы, чтобы нам удобно было писать. То есть это листочек и ручку. Весь зал заполнен констоварами, ручками, тетрадками, и под каждым констоваром Есть свой номер, как бы, его. Штрих-код, как бы, такой. Да. Мы их выписываем, пишем, сколько штук. То есть штрих-код и в скобочках сколько штук. Второй... Идем типа на того на кассу и даем этот листочек. Она вбивает все в компьютер с этими штрих-кодами. Если чего-то нет, она говорит, на что заменить, советует. Да, советует. И мы там же платим. Нам дают такую квитанцию, мы с ней идем в третий пункт. Третий пункт заключается в том, что мы пришли с этой квитанцией, она у нас на руках, и нас ждут тетеньки, дяденьки, ну, как бы, по-другому, сборщики в своем помещении, где находятся уже настоящие констовары, а не образцы. Да, ну вот этот образец, ну, допустим, может быть тетрадка с кошечкой, а нам могут дать собачка и что из серии, то есть как бы там, ну, как бы они могут, в ассортименте. Да, как бы они могут поменять, но если немного народу. И, ну, если там, конечно, вам дали для мальчика какую-нибудь тетрадку, то, конечно, поменяйте. А если там вместо кошечки собачку, я думаю, это не так. Вот, да, и вот этот третий пункт, они уже собирают, мы отдаем тете заказ, и она потом, там номер свой написан заказа, да? Да. И она выходит и говорит, типа, чей заказ? Она сумму говорит, надо запоминать. Да, сколько. Сумму запоминать. Все, выносишь, она тебе выносит... коробку, и в ней констовары, и как бы покупка закончена. Ждите наших видео, которые мы будем вам показывать, что именно там. Хотим вам рассказать секрет.
ищите коробки, потому что они мне и Ане вынесли вообще без коробок. Она мне первый, поэтому с коробкой. Да, и хорошо, что Лиза увидела коробку, а тетя такая, ну можно пакет. За 5 рублей. За 5 рублей. Мне не жалко 5 рублей, понимаете? Но я же вижу, что эта тетка такая специально не дала коробку, чтобы пакеты покупали. Я нашла, а они не нашли уже коробку. И попалась добрая тетя, и она такая, нет, возьмите бесплатно, потому что как бы это вообще нет. Их вина. Нет. Я говорю, ну она такая, дает пакет. Я такая, что, бесплатно? Типа удивилась. Она такая, тихо, и дает. Вот, то есть как бы она понимает, что нужно бесплатно давать, потому что они виноваты, что коробки не нашлись. Так что ждите видео, ну а у Ани вот пакет. Ждите видео. Да, время. Да, сначала выйдет мое, ну, короче, по отдельности. По отдельности, то есть или Лизина, или мое первое. Но раздельно видео. Ну, знаете, я думаю, может быть, если коробку просто соединить в одно, просто мы как бы отдельно будем, не вместе. Ну, посмотрим. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. О, может, что-то сделать. Подписывайтесь на наш канал. Ждите видео. Да, пишите комментарии. Знаете, что мы вас любим. Пока. Пока.